Катя, расскажи, что за зверь у тебя на плечах. Это кот моей подруги, ориентал. Зовут Тобиас. Остался у меня погостить недолго. Это правда то, что хозяева очень сильно похожи на своих питомцев? Да, абсолютная правда. Мне кажется, они просто похожи внешне и все равно перенимают какое-то поведение, характер. И я считаю, что это вообще, они одно лицо. У тебя ведь есть еще свой питомец, правильно? Расскажи о нем. Да, у меня тоже есть кот. Я его подобрала на улице. Обычный метис. Но мы с ним долго лечились. Он был очень больной. А сейчас он здоровый, весит 7 килограмм. И лучший друг Тоби? Да. Надь, вроде у нас на дворе не зима, но здесь какая-то у тебя снежинка на руках. Это не снежинка, это мой пушочек. Вообще, самая милая собака, мне кажется, по породе. Почему? Самая добрая, игривая. Ну, если для ребенка, то для меня. Какие команды она знает? Ну, особо команд она не знает, потому что это моя первая собака, и у меня не было опыта, как вообще их дрессировать. Но она очень хорошо понимает слово «вкусненькая». Вкусненькая, 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 вкусненькая. Ну, вы вкусненькая мой. Она сразу такая. Да, сразу ушки свои расправила. И еще. Понимает гулять. 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 Мы как раз сейчас гуляем. Да, да, да. Пойдем, она понимает. Пойдем. 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 Когда мы приходим, это она уже без команды, с прогулки приходит, сразу идет в ванну. Потому что, да, после каждой прогулки моем лапы, пузико. Сказала, что сегодня приедешь без своего питомца, потому что он очень пугливый. Да, боится. Я ни разу не вывозила ее на улицу. Вот все-таки решила привезти, показать. Расскажи, как вы познакомились? А, девчонки нашли ее маленькую еще совсем, где-то около 2 месяцев на улице. Предлагали, и вот я не удержалась, забрала. Сколько она есть у тебя уже живет? Годик. Правда, что у кошек 9 жизней? Думаю, да, хотя, не знаю. Была история, вот недавно, недельки две назад. Ой, все, не сидит. Чуть не упала у меня с 12 этажа. Ага. Вот, у меня было окошко на проветривание оставлено. Она между сеточкой и окошкой запрыгнула и висела там. Слава богу, я была дома и успела за ней схватить ее. Ривер Соня – настоящая звезда. Сразу видно, что пес подготовлен, правильно смотрит в кадр, в ту камеру. На самом деле, да, такая история произошла. Когда была фотосессия с журналом «Эль», ей было 3,5 годика, и, к сожалению, так как мне ее оставить не с кем было, как, впрочем, и всегда, по сей день, вот, повезли мы ее на студию, да, бегала она там, такой маленький такой комочек. Как вы познакомились с Соней? Никак мы познакомились, меня привезли, мне ее подарили на день рождения, девчонки в «Россиянке» еще тогда, в свое время, в 2009 году. Мы приехали в питомник, ее на середине стола посадили, она села. И вот так просто на всех смотрит, знаете, с таким презрением. Вот, ну, примерно как сейчас. Ну, сейчас, да, ощущение есть такое небольшое. И она такая смотрит, смотрит. И что-то вздумалось ей. Она так просто делает поступательное движение, пару шажков ко мне. Я так наклоняюсь аккуратненько в ожидании, что же, ну, собака сделает, щенок. Она так ко мне раз и нос облизала. И такими же движениями раз назад. Собака хозяина выбрала. Она говорит, я бы кому-нибудь другому не продала. Говорит, просто. Вот такая вот история.